Добрый день, дорогие друзья. Я на рынке в городе Назили. Купил, значит, инжир, правда, сушеный, орехи, ну и другие овощи. Вот вы сейчас можете посмотреть, как рынок в Назили отличается от рынка в городе Фетхе, где мы раньше жили. В городе Фетхе было более-менее нормально, то есть специально отведенное место для рынка. И там в основном были, как говорится, места отведенные для продавцов. Но здесь вот торгуют на улице. Я недавно звонил в Москву. Мы разговор повели по поводу инжира. Я удивился. В Москве продают инжир поштучно. Одна штука стоит 75 рублей. То есть 1 доллар. Вот представьте себе, 1 доллар стоит один инжир. У нас, вот я только что купил за 50 лир. В прошлый четверг я покупал по 60 лир. Ну, это тоже зависит от продавца, как говорится. Ну, я смотрю на качество. Качество нормальное. Было и по 40 даже. Ну, ничего. Все-таки сами понимаете, то ли по доллару покупать штуку, то ли за килограмм. Ну, сколько сейчас? Вот 50. Посчитайте это. Сколько получится у нас. Это практически 6 долларов. Вот, за 6 долларов килограмм. Килограмм нам хватает на одну неделю спокойно. Вот, по-моему, сейчас закончилось. Утром мы пили чай. И вроде бы закончил, потому что супруга все преподносит, дает. Появились гранаты. Ну, уже давно, ну как сезон пошел. Стоит 5 лир. Покупаю я здесь обычно еще йогурт местный. Но они говорят йогурт. У меня на родине мы говорим сюзьма. Он намного гуще. Тоже нам на неделю килограмм хватает. Но я еще на всякий пару раз случай взял полкило творога. Просто попробовать, какой у него творог. Вот сюзьма у этого продавца хорошая. Я специально подошел к нему, хотя был в другой части рынка. Здесь, в общем-то, в центре города, во многих местах есть рынок. Я вот специально вернулся, хотя у меня тележка практически была полная. Ну и правильно сделал, то что я нашел орехи уже сухие. Потому что я уже купил несколько раз, два раза уже, по 2 килограмма. Такие, ну они только свежие, еще не высохшие. Даже я не проверял, высохло, но не высохло. Поставил на холодильник. Потому что места дома нету, где хранить. А так вот, смотрите, по 15 стоит. Большой продают по 15, по 20. Вот, то есть не сушеный грецкий орех, вот, примерно по 15 продают килограмм. Если чуть покрупнее, может по 20. А я купил нормальный грецкий орех по 25, уже сушеный. Вот филиппинский. Овощи я тоже купил. Забыл, как называется более точно. Вот есть бананы. Вот по 10. Появились уже мандарины. Груши хорошие нам нравятся. Ну, здесь чуть помельче. Мы покрупнее берем. Яблоки я по 3 взял, поменьше. А так вот 5 стоит, по 4 стоит. Ну, на рынке надо смотреть в зависимости от продавца. Ну, вроде бы все.
то, что я хотел сказать, зелень продают по рубль 50, по 2. Большой пучок лука, довольно-таки большой. 5 лир вот я приобрел. Появилась хурма. Вот она зеленая, я тоже купил, поставил тоже на холодильник. Потому что места нету. Ну, вроде начинает потихонечку желтеть. Турки очень любят разную фасоль. Мы тоже берем вот эту красную фасоль, она очень вкусная. И, естественно, везде продается перец. Ну все, дорогие друзья, до свидания, счастливо, всего хорошего. Да, приобрели мы новую коляску, потому что вот она более удобная. Можно вешать то, что такое, вот орехи, и там внизу все валяется, ну, более-менее удобно. Покажу немножко город, растут цветы, парк, ну, такой даже не парк, а сквер. Спортивная площадка. Ну вот, здесь у нас парк. Я раньше показывал его. Вот, люди сидят, отдыхают. Погода нормальная. Вот некоторые хотя одели курточки какие-то, такие легкие. Я вхожу в простой рубашке с короткими рукавами. И вот обратите внимание, на улице продают длинные палочки такие, для того, чтобы собирать урожай. Когда я ехал с окраины города сюда, в центр, то моим попутчиком был пожилой человек. Я у него спросил, сколько ему лет. Вот. Ему уже сейчас идет 89-й год. Двигается, сам едет на рынок покупать продукты, фрукты и овощи. Вот такие дела. Все, счастливо, дорогие друзья. До свидания, всего хорошего.